Грипп немного отступил. По итогам минувшей недели специалисты окружного Роспотребнадзора зафиксировали незначительное снижение количества больных. В целом по округу их число снизилось почти на 150 человек, опустилось ниже 7 тысяч. Больше всего простуженных зарегистрировано в Ноябрьске – свыше 1200 человек. Меньше жителей других муниципалитетов болеют в Красносеркубском районе – всего 60 человек. Кстати, мнение о том, помогают ли прививки предотвратить заболевание гриппом, согласно общероссийскому опросу, разделились. 37% респондентов уверены, что да, 38% что нет. А вот заболев, по информации все тех же социологов, россияне чаще предпочитают лечиться сами, а для профилактики простуды и гриппа едят больше овощей, лук, чеснок, лимон или прописывают себе водку с перцем перед сном. Кстати, заболеть гриппом или ОРВИ большинство опрошенных все-таки опасаются. Причем подхватить вирус больше боятся женщины, чем мужчины. Сравнительные цифры вы сейчас видите на экране. Причем обращаться к врачу при первых симптомах заболевания население не торопится. Если следить за динамикой, то из месяца в месяц она хоть и меняется, но совсем незначительно. В феврале этого года за помощью к медикам обратились 36% опрошенных, в марте – 41%.